В Тыри, у меня в Тыри было. В Тыри, да, в 56-м году. Да, да, потому что я получил гран-при, как я вам говорил, за свою работу. Единственное, было гран-при, важное для Советского Союза, за картину «Поэт в тюрьме». И он говорит, ну как же мне тебе помочь, а ты прописан в Москве? Я говорю, нет, Сергей Владимирович, я не прописан. Сижу. И вот Майя Луговской нарисовал портрет, получил 100 рублей, очень доволен. Был у меня еще такой приятель. Слушай, ты уже не прославишься, товарищи. Уважали, многие были. Но понял, что я серьезно надолго не соответствую духу советского. Потому что один мне говорил, старик, я на восьмое общество приезжал. Меня больше интересует общество древнерусской музыки. Дакарная система, знаменный распев. Ну, кто что любит. Я поддерживаю все направления, но я люблю это. Они были против меня, но не я против них. Пусть все живут на свете. Но они были против меня. И вот дальше пошло, на самое главное, отвечая на ваш конкретный ответ. Вот это время почему-то названное застоем. Ну, застоем все время лежит, менее кровавое, более кровавое. Там древние все. Так я все в это время чувствую. Больше всего не верю, когда кто-то думает, что я 60-й. Я анти-60-х, хотя был назван инструментом номер один, английский стиль. А потом случилась очень современная вещь. Они увидели и ждали от меня многие, что я пойду их путем. То есть я буду против России.